Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт, но в этом выпуске мы будем играть не одни. С нами будет Антон Уральский. Алло, вы меня слышите, да? Да-да, Антон, тебя слышно нормально. Алло, вы меня слышите, да? Да-да, слышно. Алло. Да, все нормально. Так, ну что ж, мы остановились в этом месте, да, я вам сказал, что в этом выпуске мы будем делать стол зачарований. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что сделаем сначала ступеньки. Это все будет у нас по дороге. Да? Да, да. Так, ну что ж, давайте, поехали, сделаем ступеньки. Антон, как тебе там вообще дела? А почему тогда вы сами себе противоречите? Я же говорю, как сам лично свидетель. Да, просто там у Антона проблемы. Видите, у него проблемы с интернетом. Постоянная проблема. У многих такое бывает. Так, давайте еще что-нибудь выкинем лишнее. Так, что бы нам выкинуть? Давайте, например, вот эту шляпу. А почему тогда? Тогда я не понимаю логики абсолютно. Ну, логика в том, смотри, что у нас, видишь, полные слоты, и нужно что-нибудь выкинуть. А вот что, я не знаю. Ну, все, вот так вот. Давайте быстренько тогда поставим ступеньки. Во, прям идеально. Ах ты, тварь. Это мой вопрос к вам. Не, почему так получилось, ты спрашиваешь? Потому что, видишь, я поставил сбоку, надо было прям вот так сверху ставить. Вот так вот, чик-чик-чик-чик, вот так вот. И потихонечку ставим. Вот так вот ставим, и нам нужно прям до самого верха поставить, чтобы потом могли легко подниматься туда. Да господи ты боже, мне что, распяться на место Христа? Нет, ты просто подожди, мы сейчас сделаем. Он, видите, он, наверное, торопится. Но я опять же говорил, да, это проблема с интернетом, это просто ужас. Да ты что, тоже что ли тупой? Или не соображаешь, что ли? Все, Антон, подожди, не надо срываться, да, мы тоже люди, мы все понимаем. Давайте не будем все-таки дергать его постоянно. Все-таки человек на нервах. И сделаем. Опять мы подобрали это говно, ненавижу. Так, давайте все берем. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Так. Это бред абсолютно. Блин, я за тебя все промахнулся. Будь здоров. Видите, кашляет уже все. Человек сорвал голос из этих уродов. Вот реально тоже. Сколько геморроя с этими провайдерами. Нет просто слов. Так, давайте поставим сюда свет. Кстати, в прошлый раз, помните, там были вверху эти мутанты. Теперь они куда-то ушли. Или, возможно, из-за того, что я перезашел, они исчезли. В принципе, такое тоже может быть. И гнешь свою линию. Так, подожди, Антон, я все понимаю. То есть смотри, когда мы перезаходим на сервер, да, по идее идет обновление. Ой, что-то я застрял. Я что-то неправильно сделал. Стоп. Так, а что он здесь? А, все, понятно, это потолок. Когда мы перезаходим на сервер, скорее всего, и в этой игре крипы могут исчезать. Это, в принципе, нормальное явление. Опять мы это говно сейчас поднимем, ну ладно. И сделаем все-таки ступеньки. Надо до конца сделать. Сделаем сейчас ступеньки. Вот так вот. Выкинем парашу эту и доставим. Сейчас все доставим до конца. Тогда я не понимаю логики абсолютно. Ну, смотри, вот просто, чтобы мы потом легко ходили быстро, нам надо доставить до конца. Вот, что мы соединим. Вот она вся логика. И еще нужно будет потолки, да, подровнять. Вот так вот. Во, все идеально. Это еще не самая большая скорость. Если мы нажмем два раза вперед, да, мы тогда побежим с ускорением. Вот так вот. Только в обратную сторону. Ну что ж, let's go. Сейчас мы будем подготавливаться уже к созданию зачаровательного стола. Зачаровательный стол. И нам нужно будет, короче, добыть лаву. Лаву. Потом, потом, да, потом, смотри, Антон, короче, мы сейчас добудем лаву. Нам для этого нужно что? Нам нужны слитки. Во-первых, надо выкинуть кучу говна, вот эти вот ненужные. Это все выкинем, потом положим сюда мы сейчас железо. Переплавим. Ой, как много у нас железа. Переплавим все железо. И будем сейчас делать потихонечку. Что? Будем делать... Сделать ведра. И, короче, нам нужно сделать два ведра. Два ведра. Это будет у нас одно для лавы, и второе чисто просто для воды. Так, для воды и все. Понятно. Так, ну молодец, у тебя понятно, я рад. Вот, берем мы слитки.
Делаем ведра. Я вот не помню. Нет, не так. Я не помню, как делать ведро. Давайте мы глянем. Ведра, ведра. Можно, в принципе, сделать по поиску. Ведро. Вот. Просто ведро. О, так оно вообще легко делается. Блин, там всего лишь три слитка нужно. Так что это по изи. Понятно. Так. Потом делаем вот так и вот так. То есть в одно ведро мы засунем воду, в другое ведро лаву. Я очистил немного инвентарь. Кстати, нам нужно, да, зарядить мою аппаратуру. Алмазный бур надо зарядить. О, хотя бы немножечко. Ну, пускай пока заряжается, а мы сейчас выложим все лишнее. Нам нужно будет, короче, что сделать? Я, по-моему, где-то готовил стекла, да? Стекла. Как раз можно будет их покрасить. В смысле? Почему бред? Ты думаешь, черное вверху некрасиво, что ли? Мне кажется, нормально. Ребят, вы напишите в комментариях, вот черный потолок делать или все-таки не стоит делать? Антону, видите, ему что-то не нравится это. Мы почти за каменной стеной. Кстати, здесь есть крипы, которые летают на драконах. То есть они могут сверху залететь, надо быть осторожным. Есть крипы, которые стреляют ракетами, они могут взорвать стенку. Но это будет все потом. Потом я вам покажу всех крипов. Ну не сейчас. Так, дальше поспим. И все, возьмем два ведра и побежим добывать ресурсы, которые нам нужны. И, короче, уже это сделаем свои дела. Так, смотрим. Еда нам нужна, во-первых. Давайте глянем, что... О, что это такое? Миньон менеджер. Я не знаю, что это такое, ни разу не видел. Это на Х нажимается. Это может для сетевой игры, без понятия, короче. Это, наверное, какой-то мод срабатывает. Так, ну что ж, смотрим, что нам надо. Так, нам нужен стол. Стол. Вон, да, правильно, стол. Стол для зачарования. Вот видишь, да, Антон? Какая полезная вещь. Понятно. Так, стол зачарований. 4, 4 обсидиана. Алмаз есть. Книгу я тоже ни разу не делал. О, книгу легко. Бумага. О, сахарный тростник надо найти. То есть 4 обсидиана сначала, а потом уже сахарный тростник будем искать. Теперь нам нужна лава. Мы где-то уже находили лаву. Так что сейчас пойдем быстренько за лавой. Тихо, осторожно, осторожно. Осторожно. Ты Главное, чтобы он... понимаешь, сука? Да подожди, не перебивай. Я все понимаю, что нужно его убить в первую очередь. Надо быть очень осторожным. Желательно, чтобы это дерьмо не взорвалось. Блин, какой же ты неприятный. Так. Нормально. Отлично. Они могут со спины обойти. Так, теперь нужно найти лаву. Лаву я узнаю, да? Блин, я не взял с собой бур. Ну ладно, можно и без него переживем. Не взял с собой воду. Куда собрался? Ничего не взял. Раз, два. Вот. Видите ускорение? Это самый быстрый подъем. Так, берем тогда сразу бур. И давайте возьмем воды. Нам нужна обязательно вода. Без нее даже смысла нету идти. Я кайфовал, а вы сейчас кайф мой разрываете. Ну, видите, да, я говорю, что у него свои проблемы, вот он дают ему посидеть в интернете. Вы можете спросить, как он сейчас сидит, разговаривает со мной. Это локальные сети, все дела. Новые технологии, короче говоря. Так, давайте возьмем бур в руку. И let's go. Let's go, let's go по фасту. Пока у нас не готова до конца дорога, мы можем с разбегу пройтись. Давай, братюня, давай, давай, давай. Теперь нужно вспомнить, где у нас была лава. Где-то вот она. Вижу, вижу, вижу. Или мы не будем ее брать? А почему тогда вы сами себе противоречите? Я же говорю, Да, 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 как да. Ну, сам лично понятно. свидетель из... Окей, да, я согласен, правильно, что мы сами себе противоречим, поэтому давайте все-таки возьмем лаву. Так, подожди, там что-то еще есть. Там не только лава. Ух ты, это здесь какой-то проходик. Отлично, там у нас еще есть и железо, да? Давайте мы эту часть тогда закроем. А, ну, в принципе,
Я могу это залить, и у меня уже будет сколько? 4-8 штук, да, и все. И проблем нет. Тогда нам здесь нужно будет одно ведро. Второе ведро я брал, чтобы брать лаву и заливать в другие места. Например, вот здесь выдавливать, эту дырку выдавливать и заливать, чтобы не кончилась лава. Но здесь ее много, поэтому можно сделать вот так. Вот так и вот так. Здесь нам лава не нужна, ее полно здесь, вон сколько. Поэтому возьмем бур, поставим эту шляпу и будем копать. Ой, телефон 766-1669. О, Антон, ты зря сказал свой телефон. О, быстро копает, это хорошо. Я надеюсь, что никто из зрителей не будет звонить на телефон Антона. Вот реально, больше так не делай, я не советую говорить свой телефон. Потом будут названивать. Так, все, поднимаем всю эту шляпу. И копаем. Сука! Подожди, Антон, не ругайся. У нас в видео ругаться нельзя. Так что спокойно, давай. Я понимаю, что ты на нервах, это мы все понимаем. Обсидиан. Ну, в принципе, это быстро заметит, да? То есть мы сейчас понакопаем его. Такими же темпами мы потом сделаем ворота в ад. И все, и проблем не будет у нас. Не будет. Понятно. Ну, понятно, хорошо, что тебе понятно. Я очень рад, что тебе все понятно. Понятливый ты человек, я бы тебе сказал, очень понятливый. Так, я мог туда навернуться, но мне повезло. Не, реально, видали, как очень быстро добывается? Офигенная вещь. Все, мы добыли первое главное. Это хороший ингредиент. А у нас есть. Надо собрать книгу, нам нужен сахарный тростник. Поэтому нужно будет его сначала взять. А он здесь, кстати, он растет в этой... биоме, да, по идее, вон растет впереди. Так что мы найдем сахарный тростник, я думаю. И нужно будет здесь тоже факелы понавешать, пока хотя бы вот так вот. Нормально. И все, и не будет проблем. Все будет отлично. Отвечай! А что он отвечает? Я уже отвечаю. Так, все, давайте мы это уберем. Ведерко оставим, да? Смотрим. Ну, тростник нам в любом случае нужен, пошлите за тростником. Эту дырку надо закрыть чем-нибудь. Такими темпами у нас, короче, песка вообще не останется. Будет везде эта шляпа стоять. Каменные блоки. Давайте соберем пока еду. Еда лишней не бывает. И надо будет все-таки землю. Вот в следующем выпуске надо будет обязательно землю собрать. Ну, let's go. Вот они, тростники. Здесь, кстати, много растет. Смотрите, как их надо собирать правильно. Если мы сломаем внизу тростник, он весь обрушится. То есть он расти больше не будет. Но мы можем его сверху ломать, видите, и он будет вырастать дальше. Ну, давайте пока мы здесь сломаем, потому что у нас их много. Сломаем у основания, а потом где-нибудь посадим рядом с собой. Сахарный тростник еще нужен, чтобы делать там всякие торты и так далее. Торты. Он нужен... Нам нужно 3 штуки, чтобы сделать одну бумагу. Нам нужно 3 бумаги и что-то еще. Сейчас будем первый раз делать. Я надеюсь, что мы успеем сделать в этом выпуске. Так. Потом нужно будет еще собрать с дерева нам резину. Стоп. И все. Так, что говоришь? Стоп. Что стоп? Подожди, все правильно. Не надо меня останавливать. Так, что let's go. Все правильно мы делаем. Все правильно. Так, о! О! То есть уже 6 бумаги, да? Это много чего-то. Так, теперь смотрим, что нам нужно для этого. Чтобы делать книгу, одна кожа. Кожа у нас есть, но у нас нету места. Выбрасываем. Берем кожу. И делаем первую книгу. Это моя первая книга. Да! Хоть где-нибудь я буду читать книги. Так, взяли книгу. 4 обсидиана и 2 алмаза. Теперь у нас полно итемов. Так, давайте. 2 алмаза, 4 обсидиана. Раз, два. Потом раз, два, три. О, у нас все успели сделать, отлично. И что-то еще надо было. Так. Подожди, что-то я потерялся. А, книжка. Стол зачарований. Это трогательный момент. Мы сейчас поставим стол и уматно будет. Алло, вы меня слышите, да? Да, Антон, тебя слышно. Говори, что ты хотел? Алло. Да, нормально. Ну, видите, наверное, лагает у него интернет. Можно прям сюда вот поставить. И что здесь делать надо, я не знаю.
я не знаю, чё. Как он так криво кладется, или мне кажется? Не, реально, я что-то вот не пойму, как же делает. Интересно. Так, стоп, а что это за стоимость такая 4? Range был за Spirit Scroll. Давайте попробуем сделать так. Сделаем сейчас же это железное оружие какое-нибудь. Железное оружие. Нам нужна палочка. Так, сейчас секунду. Сделаем железное оружие. Как она делается? Я забыл. Подождите, вот так. Нет, наоборот, вот так. Ага, железный меч. И пробуем его зачаровать, что получится в итоге. Кстати, у него, по-моему, разные заклинания, да? А, так они меняются. А что такое 5? Стоимость 5. Или я не смогу зачаровать? Как думаешь, Антон? А? Я верю своим глазам. Я верю своим ушам. Понимаешь? О, зачаровал. Так, ну то, что ты веришь своим ушам и глазам, это хорошо. Не знаю, что это, зачаровалка, это шляпа. Хм, прикольно. Так, а если мы сейчас зачаруем? Ну там постоянно все разное. Жалко, что там хотя бы не перевели, да, это вот минус. Железный меч. Гибель насекомых. Интересно, так, сейчас попробуем тогда сделать вот так и вот так. И глянем тогда на одежду нашу. Что мы сможем делать с одеждой? Так, подождите. Код, металл, смог, шортом. Здесь, да, здесь нужно, конечно, переводить. Через пишется. Был демон. Здесь у меня снул спирит. Так, подождите. Защита снарядов. А это, в принципе, интересно. То есть это будет, в принципе, защита, да, от стрел, наверное. Защита от снарядов. Ой, какие мы крутые, смотрите. То есть, как я понял, для зачарования не нужны какие-то дополнительные средства. То есть, просто кладем и зачаровываем. И все, и проблем нет. Еще раз я вам говорю, или вы не Фехштейн, или вам надо по-китайски сказать. Да, Антон, я думаю, что они поняли, что я им сказал, да. Думаю, что здесь все понятно. Давайте мы сюда сложим лишнее. Ну и зачаруем остальные вещи. То есть, что мы здесь можем сделать? Стринч, нет, ну-ка. Можно, конечно, брать самое дорогое все время. Взрывоустойчивость. Вот, хорошая вещь. Против криперов. Вот, прочность. А, наверное, увеличивается прочность, да? Угу. Ну и шлем остался у нас. Я буду нереально крутым. Нереально. А почему сделали такие два слота, непонятно. О, это что, нельзя? Подождите, а что-то он не хочет зачаровывать. А где моя магия? Все, я понял, короче. Все, я понял. Из-за тебя могу здоровье подорвать, голос могу сорвать. Да хватит уже, да, все, спокойно. Все, извиняюсь, Витя, он думал, что я тупой, я понял. Мы тратим уровни свои, оказывается. То есть, помните, у меня был там 20 левел, да? Видите, теперь его нету. Все, ну я теперь буду знать. Ладно, в любом случае, мы зачаровали на полезные вещи. То есть, это прочность увеличивали, взрывоустойчивость, защита от огня. Ой, от снарядов, да? То есть, от тех же лучников. Просто можем спокойно идти и делать на гибе. Ну-ка, интересно, а вот этот вот бур, он также будет быстро деревья ломать? А, нет, деревья мы должны ломать точно топором. Давайте сейчас пока сломаем быстренько. Ну, заметьте, да, полностью дерево все выросло, то есть саженцев больше не осталось. То есть оно стало цельным. Какие-то вещи валяются. То ли сдох-то? Знаете, что такое? Боны моров. Так, ладно, это другая история. Давайте тогда сейчас мы возьмем дерево, сейчас будет большой бадабум. Большой бадабум! Понятно. Понятно? Ну, это хорошо, что понятно. Сейчас взорвется. Давай, давай. Ну,
И как долго. Сейчас по-любому топор весь сломаю. Смотрите, 106 прочность. Все, нет у меня больше топора. Зато у нас куча дерева. А, нет, смотрите, не все выросло, а? Засранцы. Прям внутри осталось. Так, ну, я вот этому давайте, наверное... Что бы с ним сделать? Выкинем, короче. И саженца. Что только мало саженцев-то? Даже не окупилось. Ёлки-палки. Ну, это не дело. Ах, фу, говно, короче. Ну, в любом случае, у нас уже дерева и так очень много. Вот я собрал, видите, почти 2 стака. То есть это то, к чему мы стремились. То, что нам нужно. Так, у нас сейчас маленький левел. Мы можем поднять быстро левел, на копая угли, да? И зачаровать шляпу. Ну, это уже второстепенное. Давайте посмотрим, что мы еще можем сделать. Так, тот же самый алмаз. А я хотел вам еще показать. Давайте это быстренько покажу и будем уже заканчивать. Как ты думаешь, Антон? Я вот думаю, может попробую сделать какое-нибудь украшение. Сюда? Да? Сюда? Ну, а куда, кстати, суется украшение, я вот не знаю. Подождите, или нельзя делать украшение? В любом случае, давайте мы сейчас немножко сплавим этого говна. Нам нужно золото получить, украшение. Или здесь нельзя делать украшения? Подождите, слегонца. Можно, в принципе, уже начинать строить портал. Портал нам нужен будет в любом случае. Где-нибудь недалеко давайте построим. Где-нибудь здесь. Оп. Так. Ну, можно строить экономичный вариант. Но мы будем не экономичны. А я не помню, подождите, 3, 2, а, все правильно, да, здесь должно быть 2, все правильно. Вот, начали мы строить портал уже поболя. Многозадачность делает свое дело. Алло. Да, все, мы тебя слышим. Давайте мы это говно сейчас выкинем. Потом, что у нас есть еще, что мы можем сделать? Так, давайте посмотрим, что у нас с золотом есть. Мы вроде смотрели золото, драгоценности я что-то не нашел. Золотые штаны. Нет, драгоценности, наверное, нельзя. Талмометр. Это что такое талмометр? Я вот не знаю. А, это, наверное, какое-то дополнение. Видите, плохо тоже. Да, они перевели. Скорее всего, какое-то дополнение. Да ты что, тоже, что ли, тупой? Или не соображаешь, да, что да ли? Да не, просто я реально не знаю, для чего. Почему здесь тупой? Стол... Так, а это зачем стол? А, это просто стол. Стол зачарования мы сделали. Так, давайте еще глянем, что у нас есть здесь быстренько. Бумага, ну мы уже смотрели. Так, еще раз, подождите. Бэк. Бумага. Так, и бумага, чистая карта. О, можно карту сделать? А я что-то не помню. Подождите, а зачем карту делать? What the fuck? И как это понимать? А, компас, да и можно карту сделать. Хотя ладно, это тоже нам не нужно будет. Так, что у нас там стоит? Ага, все понятно. Пилу мы бур зарядили. Так, сейчас, секунду. Сейчас там, знаешь, еще посмотрим. Латекс. Алмаз, резина, кожа. Можно пока сделать еще тогда стрел. Мы уже зачаровали. И потом пойти в пещеру, да, и там уже убить тоже врагов. Нам нужно будет найти, кстати, большую пещеру. Пора бы уже найти. И, короче, там уже находить новых юнитов. У них же тоже будет выпадать всякая чушь. Понятно. И все, и будем собирать. Будем собирать. Можно также сделать... Например, удочку, можно ловить рыбу, да, это тоже будет еда полезная. Это у нас... Вообще, значит, мало итемов, но все одно и то же. Так, порох, ну порох, у нас сейчас мало пороха, конечно. Пороха у нас сейчас мало. Или можно, знаешь, что сделать? Можно тогда пойти в путешествие и найти какие-нибудь секретки, да? Там тоже, там будет динамит лежать, тоже будет уматная вещь. Но пока мы сделаем следующее. Мы сейчас возьмем резину с наших деревьев. Давайте быстренько выкинем лишние инструменты. Кстати, эта фигня сейчас быстренько сломается у нас.
Надо будет новый кран делать. Так, все, берем резину. Оп-оп-оп-оп. Оп, давай, братюня. Ага. Убить, не у всех отрастает, кстати, вот эта коронка. Опс. Тогда я не понимаю логики абсолютно. Чего непонятного? Просто она, видишь, может отрастать, может не отрастать. Кстати, я сломал свой кран, это вот плохо. Так, новый сгил. Ну реально, если мы строим ворота, то можно уже, значит, построить ворота. Значит, надо опять идти нам за камнем этим говном и строить дальше. Достроить ворота, да? А там в аду тоже много ресурсов полезных будет, так сказать. И из них уже что-нибудь замутим. Но все-таки украшения нельзя, правильно я понял? Обычный поезд. А, можно будет, кстати, найти лошадь. Тоже вариант хороший. Кластер нет. Блин, а по-моему раньше можно было делать украшения, странно. А это что такое? Жемчуг Эндера. Можно пробовать сделать посох. Суммонинг. То есть он кого-то призывает. Миньон. Призывает миньона. Давайте, наверное, попробуем тогда сделать посох в следующем выпуске, да? То есть нам нужно будет Эндера. Но Эндера, я думаю, его можно убить. Хотя, в принципе, это будет сложно, но убить его можно. Угу. О, видите, здесь уже можно апгрейд сделать. А, стабильный, да, то есть тогда надо будет сделать его апгрейд, ну, это легко его будет сделать. Угу. Сюда? Да, смотри, видишь, что мы тогда просто возьмем обычный посох и добавим алмаз. У нас как раз... О, а это что такое? Вот, амулет. А зачем он нужен? Подождите, это посмотрим тогда вот так. Может, неправильно смотрю. Нет. О, кольчуга. Кольчуга. Вау. Первый раз такое вижу. Кольчуга, оказывается, есть. Кольцо шахтера. Тоже ни разу не видел. Прикольно. Кольцо шахтера. А что она делает, кольцо шахтера? Обычное кольцо. О. Коробка. А, ну вот, можно, в принципе, еще зелье варить. Ну ладно, в любом случае, это будет на следующем выпуске. Кстати, я, короче, уже начал создавать сайт, да, там зарегистрировал свой домен. Домен пишется arxplay.ru. Такой, как ни странно, короткий домен. Пока там ничего нету, да, но я вот начинаю сейчас делать. Буду заливать тогда свою сборку и уже... Я сделаю отдельный выпуск обязательно и скажу, где скачать эту сборку. Но вы все равно можете просто зайти на этот домен, да, на arxplay.ru и просто следить за развитием сайта. Там потом, там будет не только Minecraft, не, там будут мои программы и так далее. То есть это вы потом все увидите. То есть будет много всего в одном. Но сейчас мы будем прощаться. Самое главное, что мы хотели сделать, это стол зачарования. Я первый раз его сделал, да. У нас все идеально получилось. Зачаровали все вещи. Теперь я буду знать, что для зачарования нужен опыт. Я этого не знал. То есть отнимаются у нас очки опыта. Но его не сложно набирать, конечно. То есть еще бы шлем зачаровать. О, интересно, а бур можно зачаровать? Наверное, можно. Прикиньте, бур алмазный зачаровать. На эффективность. Да, на эффективность. Вообще, в идеале, чтобы я это все еще перевел. Чтобы не наугад. А, подождите, наверное, нельзя бур. А где мой бур вообще? Стоп. Ну-ка. Нет, наверное, нельзя. А лук можно, да? Или лук, например, на эффективность. Вот, видите, можно лук, а бур... А, бур нельзя. Ну ладно. Зато лук тоже хорошо. Собрать себе. Destroy, да и самое главное, все перевести. Например, усиление лука. Так будто все матом. Будешь стрелять с одного удара, всех убивать. Ну все, у нас ночь. Всем спасибо за просмотр. Комментируйте видос. Подписывайтесь. Антон, ну что, ты будешь прощаться с нашими зрителями? Давай прощайся тоже. Я кайфовал, а вы сейчас кайф мой разрываете. Ну, что поделать, нужно со всеми прощаться. У нас тоже время не резиновое. Кстати, вон бегает этот чмошник. Ну, мы убьем его в следующей серии, да? Сука! Не надо оскорблять людей. Ладно, всем спасибо.